нами на зв'язку сьогодні Едгар Вінницький, поет, музикант, актор. Доброго ранку, бажаю вам найкращого дня. Доброе утро. Дякую, що долучилися до нас на зв'язок. Ну і не можу не сказати, була я на вечері, коли ви зачитували свої вірші. Миколаїв, миколаївці просто були приголомшені вашою творчістю. І хотіла запитати, як вам взагалі Миколаїв? Ви ж вперше були в Миколаєві? Да, я впервые был в Николаеве. Знаешь, мне кажется, что как ты, так и к тебе. Я много путешествую и не думаю, что есть какое-то место в этом мире, где я чувствую себя некомфортно. Чем дальше от места, где я родился, тем глубже внутри себя чувствую дом. Дом — не то место, где хлам твой хранится. Дом — это место, где звучит ом. Так что у меня нет такого ощущения, что это Николаев или не Николаев. Я на планете Земля. Як вам взагалі миколаївські слухачі? Как и все слушатели во всем мире, одинаково прекрасные. Если ты посылаешь людей любовь, они тебе ею отвечают. Вы же понимаете, нет никакого ни Николаева, ни Николаева. Все единое целое. Мы на планете Земля. Это все придуманные названия. Я знаю, що ви часто подорожуєте і такі експромти влаштовуєте, такі виступи, не готуючись, не попереджаючи, і просто потім люди вас закидують повідомленнями, щоб ви ще приїжджали, але вже попереджали про зустріч. От чому ви саме експромтом так? Смотри, я живу в потоке. Я живу искренне і приймаю моменти, рішення в моменті. Я думаю, що тільки так можна бути чесним. Я хочу спробувати прожити цю життя чесно. Вот честно я делаю это. Если заранее вот это все готовить, это должны делать какие-то организаторы, которым это интересно делать. Мне интересно фонтанировать любовью. Я этим занимаюсь 24/7. Иногда это происходит в виде стихов возле микрофона, но когда заканчивается выступление, я же не перестаю быть собой, понимаешь? Мое творчество — это не какой-то там условный образ, которым я вот становлюсь, когда это делаю. Нет, это вот я. И просто иногда возле меня оказывается микрофон, и люди слушают это чуть более внимательно. Это круто. Такие дела. Просто это, в этом честность. Покоління відкритих людей. Саме такий меседж ви завжди несете в люди, несете до публіки. От поясніть його і чому ви називаєте наше покоління найлінивішими? Ну, во-первых, я не називаю, а називав, правильно? Називаю це зараз, зараз я так не роблю. Наверное, в тот момент я так считал. Я бы не сказал, что мы самое ленивое поколение сейчас. И сейчас у меня другое мнение. Яка думка зараз? А по поводу... Сейчас? Мне кажется, что мы очень разные, нельзя всех под одну гребенку. Вот, я думаю так. Сейчас, на сегодняшний день, мне так кажется. Поколение открытых людей... Смотри, цель всего того, что я делаю, будь то поэзия, музыка, одежда, неважно, в том, чтобы родить желание создавать, потому что я верю, что каждый из нас может создавать. И, проявляясь наружу, реализует свой потенциал на максимум. Я думаю, что нет такого понятия, как творцы и не творцы. Творческие люди все. И важно просто позволять себе быть собой в этом всем. Поэтому у меня в конце каждого сборника, который называется «Поколение открытых людей», есть 20 пустых черных листов, которые нужно заполнить белым маркером, что в комплекте уже своими стихами. Идеями, картинами, планами, проектами, неважно. Каждый может создавать. И перед каждым стихотворением есть QR-код, переходя по которому ты слышишь, как я читаю тебе поэзию, так чтобы она точно сработала с каждым. Такие дела. Так, я чула також цей меседж на виступі саме на восьмому причалі, який був. І от дійсно, мета вашої творчості – це народити бажання створювати у кожного. От ви кажете про те, що у кожному збірнику є ці чорні аркуші, на яких ми можемо самі своє творіння, свої проекти, те, про що ми хочемо розказувати, розписувати. Чи було вже вам писали ті, хто таким чином почали щось створювати? Да, да, очень, вообще, я, если честно, в восторге. Я когда это придумывал, я не думал, что оно будет настолько активно работать. Получается, когда человеку говоришь, что он ты можешь, если человеку до этого не говорили это, для него это по-настоящему значимо. И он по-настоящему начинает мочь. Понимаешь, каждый в этом мире важен только тем, что за него ни один другой не скажет. Только этим из всего. В копиях резона нет. Тут любой вселенная слышит истинный совет, только откровенные. Честные с собой и миром лицезреют чудо. Вместо гонки за кумиром они просто будут. Будут следовать потоку, без оценок глупых. Мало-помалу, понемногу улыбнутся губы. Выпрямится позвоночник, активируя антенны, и в прямом эфире точно зазвучат мгновенно. Каждый в этом мире важен только тем, что за него
ни один другой не скажет. Только этим из всего. Так что нужно говорить то, что за тебя не скажут, вот и вся штука. И мы все будем в очень-очень классной гармонии находиться. Так, то слухайтеся до Едгара, і у вас також все буде виходити в цьому житті. І якщо ви поки що замислювались про те, що варто створити якийсь проєкт, можна вже його починати. Ось таке сьогодні натхнення ми також отримуємо. Я не можу не запитати, якщо є і гарні відгуки, є і негативні інколи, як ви ставитесь взагалі до критики вашої творчості? Такого не було ще. Не було взагалі? Ну, було парочку раз, коли... Люди спрашивали вопросы, я отвечал на них. Понимаешь, что такая штука... Однажды змея пилу обползая задела хвостом лезвие край. От боли внезапная змея стала злая. Инстинкт сообщил ей, скорее кусай. Рефлексы змеи похлеще кошачьих, и на пилу набросила пасть. Пасть плюс пила. Простая задача. По вкусу пила змеи не пришлась. Злость закипала в змее все сильнее и задушить решила пилу. Набросила хвост, сжала. Мгновение, конец и змее, и змеиному злу. А для пилы ничего не случилось. Ни с ее местом, ни с остротой. Змея сама тогда зацепилась. Пила была честна своей наготой. На искренность нападать негативом, словно стараться пилу задушить. Можно, конечно, прослыть конструктивом, но разве прослыть важнее, чем прожить? Понимаешь, какая штука? Когда против искренности нет приема. Когда человек пытается найти подвох в искренности, в честности, он просто сам натыкается на свои же острые углы. Потому что у меня же нет цели ни над кем доминировать своим творчеством, понимаешь? Все, что я хочу, это у меня чистые помыслы. Я реально хочу, чтобы здесь, в этом мире, люди не делали то, что им не нравится. Вот. И я все свои усилия вкладываю в это. Это очень искренне, я думаю, поэтому оно читается, и поэтому нет этих критиков. Потому что, еще и знаешь, почему мне кажется? Потому что я не позиционирую свои стихи как свои, я позиционирую их как наши. Ими, вы же тоже можете ими пользоваться все. Поэтому они наши, они не мои. И поэтому никто не пытается их найти в них подвох, потому что я не говорю о том, чтобы я молодец написал их. Это же просто 33 буквы в разной последовательности. Круто, что смыслы открываются внутри каждого. Ну, до речі, так, торкає всіх, мені здається, всіх зачіпають ці вірші, для кожного вони мають своє значення. Ну, і не можу не запитати, ви от подорожуєте, так, такі експромти влаштовуєте, виступи. Як це було під час карантину? Як на вашу творчість вплинув карантин? Ну, я в цю гру не грав. Ніяк, все класно. Виступи я поїхав в Одесу, все здорово. В Одессе есть свой гонор. Я знаю, что в этом городе всегда можно найти убежище, если какая-то такая штука происходит. У меня ничего плохого не случилось. У меня от карантина только одни плюсы произошли. И это круто. Ну, как и вообще у всех, всего моего окружения. Все люди, которые... Ты же понимаешь, реальность, она вот здесь. Снаружи это рефлексия всего того, что есть внутри. Ну і запитаю для всіх наших миколаївців, які просто бажають вас ще раз знову побачити в нашому місті, коли вас можна ще чекати? Я думаю, знаєш, коли? Вовремя. Я вам дякую. Дякую за цю бесіду. Едгар Вінницький, поет, музикант, актор, був сьогодні з нами на зв'язку. Чекаємо ще в нашому місті, бо хочеться ще раз послухати і відкрити для себе цей ОМ. Я вам дякую.